Сейчас мы увидим Сандери, не очень радостный, но посмотрим. Так, запланировано было, что корреспондент Владимир Садиненко после игры будет брать интервью. Но я не думаю сейчас, что он добьется успеха, что согласится кто-нибудь. Ну, смотри, ну куда ты побежал? Я просто, Акинфеев, куда ты побежал? Зачем? Первый гол так был забит. Пустые ворота. Еще раз смотрим. Нет, это второй уже мяч. Это же соус. Хороший пас, отличный. Шершина тут посадил на задницу, простите, на одно место. Вот. И пустые ворота. Да, хорошо. Да вот пока забивает гол, наш корреспондент Владимир Сатиенко кого-то уже пригласил. Сейчас мы посмотрим, кого, по микрофону, и сейчас послушайте интервью.